Американский астрофизик Нил деграсс Тайсон сообщает в своем инстаграм, что Земле приближается астероид размером с холодильник. Скорость космического объекта составляет 40 тысяч километров. Этот астероид пересечет земную орбиту за один день до выборов президента Соединенных Штатов. Так сойдутся ли звезды? Наш эксперт расскажет об этом. Я хочу сказать следующее, что так как координаты падения неизвестны, то может повлиять только в единственном случае, если упадет там где-то рядом, где происходит вот это вот голосование. На самом деле вероятность такого падения практически ничтожна. Где это произойдет, это все гипотеза. Если даже это произойдет, то это не означает, что будет где-то рядом, где проходят выборы, и, разумеется, никакого воздействия на них. Если, вот говорю, еще раз повторяю, не упадет непосредственно на урну с голосованием, не произойдет. По данным космического агентства НАСА, астероид прилетит в 384 тысячах километрах от Земли 2 ноября 18.22 по московскому времени. Вероятность столкновения составляет 0,4%. Поэтому мы уверены, никакого урона Земле нанесено не будет. Ленардо Влетьяров, Илья Андреев, Универньюз.